Виновнику аварии на улице Дубровинского в Красноярске, в которой погиб ребенок, предъявили обвинение. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Напомню, это ДТП произошло 5 ноября. Автомобиль «Опель», за рулем которого был 28-летний мужчина, ехал со стороны 4-го моста в центр города. Водитель не справился с управлением. Во время обгона машину выбросило на обочину. Она протаранила несколько авто и загорелась. В одной из легковушек находилась 5-летняя девочка с матерью. Ребенок погиб, а ее маму госпитализировали. Как сообщают в ГИБДД, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима. Водитель «Опеля» двигался со скоростью 90 км в час. Он был трезв. Как выяснили следователи, мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил движения. Возбуждено уголовное дело, сейчас проводится экспертиза. Водитель находится под подпиской о невыезде. Водитель, совершивший ДТП, свою вину в предъявленном обвинении признал полностью. В содеянном раскаялся, объяснил тем, что следовал со скоростью около 90 км. В какой-то момент не справился с управлением, не учел радиус поворота, автомобиль стало заносить. Со стороны ГИБДД есть, значит, 65 нарушений, административных нарушений этим водителям. Это с 2007 года. И только 10 раз он привлекался уже в 2015 году, и 6 из них именно за превышение скоростного режима.